Всем привет, мои хорошие, на канале Ушастики. А у нас сегодня соревнования. Отправимся с вами в гости к Леди Баг. И первый, кстати, против злого Купидона у нас сразится Хлоя. А помогать ей будет Суперкот. Вот она, команда Леди Баг и очень-очень злой Купидон. Надеюсь, сегодня мы его победим. Смотрите, он будет бросаться на нас ядовитыми стрелами. Главное от них убежать. И разбить все сердечки, которые он будет бросать. Вот тебе, получай, злой Купидон. Кстати, он очень-очень сильный. А в игре «Город героя» мы снова отправились в новый подводный мир. Смотрите, как здесь круто. Вот тебе, получай, в этот раз мы отправились в подводный мир вместе с Супер Джинджером в его крутом костюме. Так, а ну-ка, вот вам, получайте, енотики. О-о, чуть не врезались в трубу. Так, здесь повсюду вода, очень-очень много воды. А ну, получайте, еноты. Ой-ой-ой-ой-ой, да тут целая банда енотов. Кстати, золота тут тоже очень-очень много. Ой, повсюду вода. Ай-яй-яй, кажется, мы сейчас искупаемся как следует. Фух, еле убежали от этой волны. А вот еще один енотик. А ну, получай. Кстати, друзья, а вы подписались на канал Ушасти Кидс? Давайте насобираем на канале 1 миллион подписчиков. Осталось совсем немножечко. Если вы еще не подписаны, то скорее жмите кнопочку подписаться прямо под этим видео. Давайте насобираем 1 миллион. Совсем немного осталось. Вау, злой Купидон наконец-то побежден. И его победила Хлоя вместе с Суперкотом. Вот она. Это был конфетти в ее сеть. Ну а теперь посмотрим, какое задание ждет Леди Баг в следующем уровне. Так, а наш пушистик Джинджер сейчас разгромит всех маленьких енотов. Кстати, мы забыли посмотреть, какая нас миссия ожидает в городе героев. А ну получайте, вот тебе енотик. Еще один, вот тебе. Ой, а это кто? Ничего себе, он захватил Бена. А ну давай, вот тебе, получай. Фуф, мы спасли нашего маленького пушистика Бена. Вместе разгромили этого огромного енотика. А в игре «Бег за золотом», в нашем любимом «Беге за золотом», Анжелу сбила ракета. Наши пушистики сегодня будут выполнять миссию собирать очень много слитков золота. И первое к испытанию приступила Анжела Единорожка. У нее, кстати, уже 1150 слитков. Неплохой результат. Ай-яй-яй, осторожно, осторожно. Кстати, моя любимая локация, где можно полетать. А еще я обожаю локацию «Древний мир», где полно лавы. А следующая кошечка у нас будет Анжела Скейтер или Том Футболист. Может быть, все-таки Скейтера возьмем? Вот она. Смотрите, какая классная. И одета уже совсем по-летнему. У нее крутые джинсы, шапка и толстовка. Ну что, ты готова, Анжела? Тогда вперед собирать слитки золота. Первая Анжела у нас собрала 1400 слитков. Посмотрим, сколько насобирает Анжела Скейтер. Ну а команда Леди Баг собирает супер щит. О-о, Леди Баг у нас тоже вписалась статуя. Сейчас мы ее спасем. У Леди Баг самая, по-моему, самая большая скорость. Это самая тяжелая игра, потому что скорость огромная. И посмотрите, одно препятствие за другим. Как хорошо, что мы собираем щиты. Их сегодня побольше. Если что, они нас спасут. Посмотрите, какая скорость. Кстати, мы, по-моему, с вами в Лувре. Это школа супергероев. Вот она. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта скорость. Ай, какая дверка откроется. Пока дождешься, можно писаться прямо в стену. Скорость просто огромная. Кстати, друзья, в сегодняшнем ролике вас ждет много-много-много приветов от канала Ушасти Кидс. Хотите получить тоже привет и попасть в видео? Тогда скорее напишите в комментариях ваше имя и фамилию. И, конечно, обязательно подпишитесь на канал. А также вы можете подписаться на мой инстаграм. Значок инстаграма вы найдете, если зайдете с компьютера на канал Ушасти Кидс и кликните на значок инстаграм. Подписывайтесь. Ай-яй-яй-яй, еще один щит взяла у нас Леди Баг, и задание почти выполнено. О, хорошо, что у нас был щит, потому что мы вписались прям в статую. Ай-яй-яй, еще баг монетки. Аккуратно, вот он, еще один щит, осталось всего два. И мы прекрасно на целых 3 звезды выполним это задание. Кстати, а вы любите смотреть мультик про Леди Баг? По-моему, он очень классный, а игра еще круче. Напишите, кто любит Леди Баг. Ух ты, а Анжела выполнила миссию в городе героев и сейчас получит свою награду. Ух ты! Смотрите, тут сколько всего. Ну а теперь к испытанию приступает наш Хэнк. Вот он, классный песик Хэнк в желтом костюме. Ну что, полетаем, Хэнк? Отправимся в город.
выкидывать злых енотиков из нашего города героев. Они все заполонили. Так, берем суперскорость и разгоняемся. Ну а Леди Баг придется сразиться со злой Вальпиной. Ух ты, кто захватил кошечку Анжелу? Какой громадный енот! А ну получай! Вот тебе, фуф. А Лука у нас будет сражаться вместе с суперкотом против очень злой Вальпины. Она бросает в нас ракеты, очень много ракет. Вот так, взорвем пару бомб. И я думаю, нам сегодня все-таки удастся победить злую Вальпину. Наша Анжела Скейтер насобирала 1228 слитков. Кстати, Анжела Единорожка насобирала побольше слитков золота, пока она у нас на первом месте в игре «Бег за золотом». Ну что ж, самое время выбрать следующего пушистика в игре «Бег за золотом». Так, у нас есть генерал Том, снежный Том, зима пришла, брать его точно не будем. Может быть, ведьму Анжелу выбрать или принцессу Анжелу? Вот она, моя любимая принцесса Анжела. Посмотрим, сколько слитков золота собирает она. Анжела, ты готова? Тогда скорее вперед за золото, пока Анжела Единорожка обыграла всех. Так, ну что, наш Лука почти разгромил Вальпину. Как много ракет она в нас бросает, ничего себе. Так, ребята, я надеюсь, что мы все-таки Вальпину победим. По-моему, Вальпина еще сильнее, чем злой Купидон. Он у него просто очень-очень-очень много ракет. Ух ты! Так, осторожно. Кстати, как вам нравится Лука из игры команды Леди Баг? По-моему, прикольный. Но мне больше всего нравится сама Леди Баг и, конечно, Суперкот. А еще я люблю Хлою. Напишите, какие персонажи нравятся вам. Кто у вас самый любимый из команды Леди Баг? Так, а в городе героев мы залетели в логово енота на космическом корабле. Ух ты, смотрите, сколько тут енотиков. Они, кстати, тоже умеют летать. У них такие мини-кораблики тоже есть. Да, еноты прям везде. И под водой, и вверху тоже можно их найти, если полетать на нашем космическом корабле. Так, ну а теперь в команде Леди Баг злая принцесса ароматов. И против нее сражается сама Леди Баг. Ух ты, она бросает нас бутылочки с духами. Ай, она попала в суперкота. Осторожно. Главное убежать от этих бутылочек, чтоб нас не накрыло ими. Так, мои хорошие, самое время для приветиков. А то я про них совсем и забыла. Первый привет получает Алиса. Да-да, Лян, большой пушистый тебе приветик, Алисочка. Марта Данилюк ловит привет. И Анин Флаксенкова тоже получает пушистый привет. Лиза Мармеладки получает привет. Лиза Медведева, а также Полина Боровская ловит пушистый приветик. Вероника Таранова и Снежана Снежок получает пушистый привет от нашего канала. Также приветик летит для Маргариты Полтавченко и Валентину Швец. Большой приветик. Ксения Вьюшкина ловит привет. Алиса Корнева и Марьям Абдель. Настя Кухова получает пушистый привет. Полиночка Костюкова, лови приветик, тоже моя хорошая. Арина Панамай привет получает. И Яна Голубева, Таисия Бородина. Аня Спиридонова приветик ловит. И Олеся Верескунова. Но это еще не все. Приветов у нас сегодня очень много. Привет получает Валерия и Ярослав Ильины. Пушистый привет вам, друзья. Аня Филиппова приветик ловит. Лена Косачева получает пушистый привет для Леночки. Павел Сатонин и Инга Чеботарева приветик ловят. А также Саша Лахтина и Айдар Мамедова получают приветик. Также у нас привет летит. Сейчас посмотрим, кто нам там комментарии написал под видео. Так, одну минутку. Приветик получает Даша и Дима Липунов. И Настюша Ким, а также Соня Делейко. Приветик для Лейлы. Лизы Осипук, школы номер 16, получает привет пушистый. Вика Пащенко ловит приветик. Кирилл Бураков, Аня Спиридонова, Настя Кохова, Маша Исикова, а также Фатима получает большой привет. Милана Халикова и Вика Пестренко ловят приветик. А также Ксюша Князькова получает привет. Катюша Колесникова, Катя Надкулина, Катя Вольникова, Полина Шестакова, Аня Лепшина и Кирилл Меньшиков. А также Настя Кроних, Лиза и Алена Котик, две сестренки ловят пушистый привет. Полина Пащенко получает приветик. А также приветик для Павла Сатонина и Ани Баба. Большой привет. Вот такие приветы сегодня, друзья. Так, а у нас, кстати, бонусные призы в игре «Город героев».
Так, а в этой коробочке интересно что? Кстати, друзья, а вам понравилось это видео? Если да, ставьте ваши лайки, мне будет очень-очень приятно. И обязательно подписывайтесь на канал Ушастик Кидс. Новые серии у нас выходят в 17:00 по вечерам, так что смотрите их самый-самый первый. Ну а на этом все, мои хорошие, пора прощаться. Увидимся с вами обязательно в новой серии. Пока-пока.